Сегодня хочется на память перед отправкой запечатлеться с двумя хорошими жалейками в фа и в ре. Эти жалейки, они как бы представляют наше семейство концертных жалеек. Это низкое в ре и повыше фа. Играю я, как всегда, всякую фигню. И специально не играю каких-нибудь задушевных мелодий, чтобы слушатель не зачаровывался музыкой, а просто слушал технические возможности инструмента и представлял то, что он бы с этими техническими возможностями сыграл бы сам. Это была фа, такая повыше, которая красивенькая такая. И не менее красивенькая жалейка в ре, только пониже уже.